Драгоценные братья и сестры, перед началом видео мы хотим сделать короткое объявление. Из возможных перебоев в работе YouTube мы рекомендуем вам подписаться на все наши официальные ресурсы. Это поможет вам не потерять информацию о нас, а также продолжать смотреть и слушать новые послания служения JGLM. Спасибо, что остаетесь с нами. Российский офис служения John G. Lake Ministries представляет вам озвучку проповеди пастора Кари Блейка. Здравствуйте, добро пожаловать на сегодняшнюю передачу «Будь исцелен». Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы подключились, и спасибо всем тем, кто здесь и участвует. Сегодня мы охватим область, в которой возникало много вопросов в разное время по поводу разных вещей. И один из наиболее распространенных вопросов связан со следующим. Корень или плод? Это то, о чем мы сегодня будем говорить. Что ж, я не уверен, но, наверное, нам нужно, чтобы мы завели наш таймер, и я буду точно знать, когда начать и когда остановиться. Хорошо. Итак, валяй за больных. На самом деле был такой вопрос, и мы устроим серию вопрос-ответ на этой неделе. Мы берем некоторые из вопросов, которые к нам приходят. И я собираюсь взять пару таких вопросов и поднять их в течение этой сессии, будет исцелен. Один из вопросов, и на самом деле это, возможно, один из наиболее распространенных из поступающих вопросов, которые мы получаем, такой. Когда я молюсь за больных, должен ли я просто разобраться с болезнью, или же я должен попытаться добраться до корня проблемы? И вторая часть вопроса, должен ли я выяснить, когда и как это началось? Я бы сказал, что это очень простой вопрос, но на самом деле к нему прилагается много всего. Это значит следующее. Когда люди говорят это, когда они говорят, должен ли я просто разобраться с болезнью, или я должен попытаться докопаться до корня проблемы, что ж, да, и да, и нет, и да, и нет. Что ж, это хороший ответ. Причина, почему я говорю так, потому что если я скажу нет, они спросят, а как насчет этого, и это приведет к обсуждению других деталей. А вообще технический ответ нет. Технически тебе вообще не нужно задавать никаких вопросов. Если ты знаешь, что они больные, а как бы то ни было, ты знаешь, что они больные, ты должен просто подойти к ним и сказать, как сделал Петр, что имею, даю тебе. И все. Вот так это должно быть. Теперь, ну, люди могут сказать, хорошо, а как насчет того или этого? Что ж, факт в том, что если ты не пытаешься добраться до корня, тогда... На самом деле это забавно, потому что мы с моей супругой обсуждали этот вопрос вчера вечером, а затем поступил этот вопрос все, к чему сводится вся ситуация. Хорошо, если человек, скажем, делает что-то, что приводит к болезни. Я не говорю, что обязательно какой-то грех, хотя это может быть так. Но давайте скажем, что он делает что-то по какой-то причине и заболевает. Давайте представим, что этот человек невиновен. Давайте скажем, о, нет, это будет слишком долго. Ладно. Скажем, что он находится рядом с кем-то, кто курит все время. Может быть, он с детства рос рядом с теми, кто постоянно курил. Он сам не курит, но курят люди вокруг него. И, скажем, такой человек через пассивное курение зарабатывает астму, какие-то проблемы с легкими, что-то в этом роде. Итак, технически он не сделал ничего неправильного. Ты не можешь сказать, что эта болезнь была вызвана грехом, может быть, грехом другого человека, если хотите, можно так сказать. Но это не он грешит, он просто находится рядом. Просто мы находимся в падшем мире, где вещи ухудшаются быстро и все в таком роде. Давайте скажем, что они делают это. Итак, они могут прийти к вам и сказать, у меня астма, какая-то проблема связана с этим, и это потому, что я вынужденно являюсь пассивным курильщиком. Хорошо, будь исцелен во имя Иисуса. И они исцелились. Что происходит дальше? Что ж, если они останутся в таком обществе, вообще-то такие случаи требуют длительного времени, чтобы развиваться. Но давайте скажем, что ты делаешь что-то другое. Все еще не грех, но давайте скажем, что что-то, что привело тебя к болезни. Ты исцелился. Но если ты не перестанешь этого делать, ты можешь заболеть этой болезнью снова. И есть довольно большой шанс. Не скажу, что наверняка, но шанс довольно большой. Почему? Потому что ты делаешь то, что вызывает проблему. Люди, которые смотрят на это, говорят, а как насчет корня? Каков корень греха, лежащий в основании этого? Вот к чему обычно все это сводится. Позвольте мне помочь вам с этим. С этого момента, если вы чувствуете, что вам нужно добраться до корня этого, позвольте мне помочь вам с этим. Сатана. Он и есть корень. Почему люди останавливаются только на непрощении? Вы думаете, это корень? И прямо ничего до непрощения не было, понимаете, о чем я? Зачем они идут так далеко назад? Если они хотят вернуться назад к корню, ведь это то, о чем они говорят, верно? Тебе нужно копаться в жизни этого человека до тех пор, пока не доберешься до корня проблемы. Хорошо, корень. И когда доберутся туда, знаете ли, я сейчас, конечно, несерьезно, но у будут рога. Я знаю, что я несерьезно, но вы понимаете. Корень будет дьявол. Это и есть корень. Итак, когда люди говорят, знаешь ли, да ладно, ты разбираешься только с болезнью? Нет, я разбираюсь с корнем. Почему? Потому что я не просто разбираюсь с болезнью, не просто говорю болезнь уходи. Когда я говорю болезни, что до меня, то я говорю болезни, насколько бы далеко назад она не простиралась, я разбираюсь с этим всем. Не то чтобы я сидел там и говорил: Ага, здесь, и здесь, номер один, два, и пять, и шесть. Нет, я так не делаю. Но во мне, в какой-то момент времени. Хорошо. Какой наиболее сложный организм в мире? Человек. Человеческий мозг, человеческий глаз, все в этом роде. Наисложнейший, верно? И тем не менее, это наисложнейшая ситуация. Я не говорю проблема. Да, скажем, наиболее сложная ситуация. Зачатие человеческого существа происходит во мгновение ока. Ты не зачинаешь и не становишься беременной в течение какого-то периода времени. Ты можешь пытаться забеременеть в течение какого-то периода времени, но ты беременешь мгновенно, раз и все. Ты зачала, и ты беременна, верно? Это не затягивается надолго. И это сложнейшая ситуация. Человеческое существо, сложный организм. И когда ты смотришь на человека, у которого есть какая-то болезнь или заболевание, если говорить в общем, она не появилась мгновенно. Обычно это процесс. Это был процесс, который привел к такому заболеванию. Итак, когда человек спрашивает, должен ли я добраться до корня этого, или я должен, что он имеет в виду? Должен ли он возвращаться так далеко назад? Потому что они не проходят по всему этому пути назад. Как я сказал, что корень проблемы – это садана. Он источник болезней или заболеваний. Делает ли он это напрямую или косвенно? Он ли приносит это через атаку, или ты помогаешь ему это делать? Когда ты делаешь что-то, что делает тебя открытым. В том смысле, когда я говорю «делаешь себя открытым», я не говорю в том смысле, что ты открываешь дверь, как большинство людей называют это. Я говорю о том, что ты делаешь что-то, что в итоге может привести тебя к этому заболеванию. Что ж, люди спрашивают, нужно ли мне возвращаться назад, нужно ли возвращаться к корню проблемы, должен ли я посмотреть там, должен ли я разобраться с болезнью, разобраться с корнем, с чем бы то ни было. Вот здесь и есть проблема. Когда я имею дело с сатаной, я имею дело с корнем. Если человек приходит ко мне, то, в общем, большинство из них не приходит ко мне и не говорит, вот у тебя хорошие результаты в исцелении, можешь совершить экскурсию в мое прошлое и посмотреть, какие грехи я совершил. Они так не делают. Они просят, можешь ли ты избавить меня от этого. Когда они приходили к Иисусу, они не приходили к Иисусу и не говорили, не скажешь ли ты мне, пожалуйста, все, что неправильно в моей жизни. И он никогда не копался в такой манере в людских путях. Итак, люди думают, что они разбираются с корнем, когда на самом деле нет. Итак, люди спрашивают, должен ли я выяснить, когда и как это началось? Хорошо, позвольте мне спросить вас вот о чем. Когда вы служите? Во имя кого вы служите? Во имя Иисуса. Хорошо. Итак, если вы собираетесь служить во имя Его, вам нужно делать это так, как это делал Он. Он никогда не копался в жизнях людей. Только в случае, который произошел однажды, Он спросил, как давно это сделалось с ребенком? Лишь однажды, и вы не можете построить Писание, вернее, доктрину на одном месте Писания. Позвольте сказать вам, это неверное богословие. Потому что если вы это делаете, то у вас возникает теология повешения. Иуда пошел и повесился, и ты сделай то же так же. Он сказал, что он смог сделать это, и вы сможете сделать это то же самое. Нет. У вас появится теология плюновения. Иисус однажды плюнул, и помните, после коснулся языка человека. Сколько из вас хотят такое служение? Видите? Нет. Ты не можешь построить что-то на однократном упоминании. Причина, почему он поместил это в Евангелие, для того, чтобы показать, он исцелял во всевозможной манере и всевозможными способами, но главное, он исцелял всех. Идея, стоящая за этим, важно не то, как он исцелял, а тот факт, что он исцелял. И мы исцеляли в той манере и теми способами, которые Иисус не исцелял. И он исцелял некоторыми способами, которыми мы не пользуемся. Специально. С определенной целью я не плюю и не делаю грязь, чтобы помазать кому-то глаза. Я не делал этого и я не хочу этого делать. Конечно, если бы он сказал, мне это сделать так, я бы и сделал. Но пока он мне этого не сказал, каждый раз, когда он пытался мне это сказать, я затыкаю уши и говорю: ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот что я делаю. Нет, конечно же, я шучу. Ладно, давайте двинемся дальше. Итак, я хочу дать вам некоторые примеры. Давайте рассмотрим пару примеров. Евангелие от Марка в 11 главе, в 12 стихе. И сейчас я хочу разбить это на части, потому что в Марка 11 главе он говорит о смоковнице, и он говорит о том, чтобы пойти в город и потом возвращаться оттуда. И последняя часть она о смоковнице. Итак, я просто возьму отдельно среднюю часть. Если вы хотите прочитать это, возьмите. Марка 11 главу, отрывок полностью с 12 стиха до 23 стиха включительно Но мы остановимся на 14 стихе и потом вернемся к 19 стиху Итак, Марка 11 глава с 12 стиха На другой день, когда они вышли из Вифании, он залкал И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней Но пришел к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирать смоквы и сказал ей Иисус. Заметьте, Он сказал ей. Кому? Смоковницы. Он проговорил к дереву. Отныне, да не вкушает никто от тебя плода во век. Заметьте следующую часть. И услышали то ученики Его. Теперь заметьте это. Мы будем двигаться от отрывка к отрывку, и потом мы вернемся к концу истории. Прежде всего, он увидел ее издалека, и потом он подошел к ней. И там не сказано, что его ученики подошли вместе с ним. Там написано, он подошел к ней. Но не сказано, что ученики подошли вместе с ним. Сказано, что он подошел к ней. Не сказано, что они подошли к ней. Он подошел к ней. Он ее увидел издалека. Так что нельзя было сказать, если на ней смог или нет. Он подошел к ней. И когда он очутился рядом с ней, оказалось, что смог там нету. Так что его ученики, скорее всего, я не собираюсь делать на этом доктрину, скорее всего, они шли по дороге. И они в стороне от дороги увидели смоковницу. Он сошел с дороги, чтобы пойти к смоковнице, а они так и остались на дороге ждать его. И на каком-то расстоянии, мы не знаем, Насколько это было далеко Но там указано довольно специфично Что он проговорил к этой смоковнице И его ученики услышали его Теперь, мы не знаем, находились ли они в пяти шагах Двадцати шагах, знаете ли, или на расстоянии футбольного поля Мы не знаем, насколько далеко Потому что мы не можем сделать заключение Что довольно далеко Но мы знаем, там это выделено, что они его услышали И сейчас заметьте вот что Как он говорил к смоковнице Что он сказал Да не вкушает никто от тебя плода вовек Это то, что он сказал? Если резюмировать, да? Заметьте, что он сказал. Сказал ли он, Небесный Отец, пожалуйста, не позволяя больше этой смоковнице производить плод? Он это сказал? Нет. Он вообще молился? Он не молился? Он говорил к смоковнице. Правильно? Итак, он говорит к ней, и давайте посмотрим, что он делает. Он не задает вопросы, он не сказал, смоковница, пожалуйста, я очень буду тебе признать, если ты больше не будешь приносить смоквы, потому что ты была плохой. Он не сделал этого. А что он сказал? <клышко> да, я воды не захватил с собой. Он сказал, это смоковница. Он смотрит на нее и говорит, ты не будешь приносить смоковы больше. Правильно? Это было повеление. Аминь. Извините. Заметьте, сейчас мы переходим к 19 стиху. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Да, сейчас я возьму немного мяты. Он вышел из города. И вот сейчас люди смотрят по всему миру, как я открываю мяту и роняю ее. И чтобы показать, что я не боюсь микробов... Да, вот так. Надеюсь, я сейчас достаточно разнестил это вам Вы можете сказать, что это прямой эфир, мы просто не расслышали его Ладно, если ты не можешь веселиться делая это, ты не сможешь делать этого долго Тебе надо получать от этого удовольствие А, вот и он, друг, приносящий прохладной питьевой воды Ага, мы будем сильно молиться и посмотрим, если это... Он сказал, извините, что это Никола Вы бы сами постояли тут, и чтобы люди все на вас смотрели, как вы пьете воду, и увидите, как это, как ты себя чувствуешь, когда стоишь, и все на тебя смотрят, когда ты пьешь воду. Особенно, когда открываешь крышку, и все льется через край прямо на тебя. Получается такой беспорядок. Ну ладно. О, не падай, ладно? Итак, с 19 стиха. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру в Бога». Я много раз слышал, как это место проповедует по-разному. Имейте веру в Бога, имейте конкретно такую веру в Бога, всякие разные варианты. Это все не важно. Самое главное, не имейте веру в свою веру, имейте веру в Него. А это ключевой момент. Не вкладывайте веру в свою веру, потому что ваша вера может подвести. Вкладывайте свою веру в Него. Мы поговорим об этом в другой раз. Он сказал, имейте веру в Бога, ибо истина, абсолютно, без сомнений, говорю вам. И если кто скажет Гореси, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Вам понятно это? Что он делает? Он использует эту ситуацию. Они сказали, посмотрите на эту смоковницу, засохшую до корня. Ух ты, посмотри, что ты сделал. И он сказал им, почему вы удивляетесь? Если у вас будет вера, вы сможете это делать. Правильно? Он говорит: Смотрите, Петр сказал, Рави смоковницы, которую ты проклял. И сейчас, если вы вернетесь немного назад и перечитаете, то там нет ничего такого, что люди сочли бы за проклятие. Петр думал, что это было проклятие, и Иисус его не поправил. Итак, что есть проклятие? Что Иисус сказал смоковнице? Никто да не вкушает от тебя плодов вовек. Итак, почему это могло быть проклятием? Потому что предназначение смоковницы — приносить смоквы. Их божественная цель — приносить смоквы. В любое время, когда вы говорите «ты не», или вы говорите это кому-то, ты никогда не исполнишь божественную цель, вы проклинаете этого человека. Понимаете, это вот настолько сильные слова. И особенно, если вы говорите это с одним из своих детей. Кстати, я честно могу сказать, я вырос в своего рода наполовину в христианском доме. Моя мама была христианкой, а дед не особо. Могу сказать, что он был алкоголиком больше, чем христианином. Он не ходил с нами в церковь. Но удивительная вещь здесь вот в чем. Когда меня воспитывали на протяжении всего этого времени, и со мной, как с ребенком, происходило много разного. Мама, отец, всякие вещи. Видел довольно много разных вещей. Мой отец был полицейским, и я повидал всякого, чего бы мне и не следовало видеть на самом деле. Ни одному ребенку не следует. Но удивительная вещь, что на протяжении всего этого времени я никогда, ни одного раза не могу припомнить, чтобы мои родители когда-либо говорили мне, «О, ты не сможешь сделать этого, ты никогда не справишься с этим, не достигнешь этого, ты никогда не достигнешь ничего, ты никогда не сможешь сделать это, ты недостаточно умен для этого». Я никогда не слышал этого. Ни разу в жизни. Среди всего того мусора, который происходил, это никогда не было сказано. Если что-то и было сказано, то оно было сказано по-другому. Я помню, как они говорили мне, «Карри, если ты задумал что-то, у тебя все получится. Что бы ты ни делал, то, что ты хочешь сделать, ты сможешь это сделать». Знаете, они всегда ободряли меня таким образом, и в этом смысле я действительно благословлен. И вы можете спросить моих детей. Слава Богу, к тому времени, как дети, которые у нас есть, достаточно подросли, чтобы слышать и понимать вещи, и я придерживался послания веры и понял силу слов, особенно слов родителей. Итак, мои родители, вернее, мои дети, они никогда, я никогда не обзывал их, никогда не говорил, они не смогут что-то сделать, никогда не называл их тупыми, глупыми, никогда не говорил этого. Даже если они делали тупые и глупые вещи. Как и все мы делаем порой, включая меня самого. Но делать что-то тупое не делает тебя тупым. Правильно? Просто ты на что-то не обратил внимания. Итак, даже если они где-то что-то испортили, это не делает их глупыми или тупыми. Не говорите им такого, потому что тем самым вы проклинаете их и говорите им, у вас никогда не получится, вы никогда не исполните свое божественное предназначение. Потому что их божественное предназначение связано с Богом, и через Христа они смогут сделать все, сделать все в укрепляющем их Иисусе Христе. Правильно? Я всегда знал это, я говорил им это, я вкладывал это в них с самого раннего детства. Мы были вовлечены в это, и я имел возможность говорить им это во всем, и им я говорил это одно и то же. Даже не знаю, скажут ли они вам, что они не могут сделать чего бы то ни было, знаете ли. Они могут сказать, я не знаю, как это сделать, но я найду способ сделать это, или я разберусь в этом, или как-то иначе, но я сделаю это. Ну, если только они сами не хотят делать что-то. И если они не хотят, я скажу вам, они, конечно, говорят, что не знают, как это сделать. Это то, что и называется быть ребенком. Давайте посмотрим на стих. Да, давайте быстро посмотрим на этот стих. Посмотрите Евангелие от Матфея, глава 12. Мы говорим на тему корень или плод. Евангелие от Матфея, 12 глава, стих 10. Там сказано, и вот там был человек, имевший сухую руку. Мы слышим разные истории. Иногда это вся рука, иногда кисть. Истории были разные с небольшими различиями. Это могла быть кисть, кисть руки, а могла быть и вся рука. Там сказано, что у него была сухая рука. И спросили его, можно ли исцелять в субботу. Заметьте, чтобы они могли обвинить его. Они не были заинтересованы в ответе, они хотели уловить его, и поэтому они сказали, это вообще нормально по закону для тебя исцелять в субботу? И они ждали, потому что хотели обвинить его после того, как он ответит им. Теперь смотрите, он же сказал, кто из вас имеет одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботу делать добро. Тогда говорить человеку. Теперь представьте себе эту ситуацию. Там был человек, имевший сухую руку. Иисус там стоял, собрался исцелить его. И вдруг вопрос. А вообще здесь есть удивительная вещь. Они не спросили, можешь ли ты исцелить? Это было и так принято всеми. Заметьте, они принимали тот факт, что он может исцелять. Они прекрасно знали, что он может исцелить этого человека. Они спросили просто для того, чтобы иметь возможность обвинить его. И здесь он остановился, посмотрел на этого человека, они задают ему свой вопрос, а он говорит им, смотрите, если у вас овца в яму упадет, вы же ее вытащите, это правильно, насколько же этот человек более ценен. И затем он снова поворачивается к тому человеку и говорит. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как и другая. И снова, что же он сказал этому человеку? Сделай что-то. Он просто попросил его что-то сделать. Заметьте, он говорил человеку и сказал, сделай вот это. Он не сказал, Отец, почему этот человек в таком состоянии? Что он сделал? Какой грех он совершил? Вы никогда не увидите, чтобы Иисус сдавался в такие подробности. Почему? Потому что когда у тебя есть сила освободить кого-либо, тебе вообще все равно, как они попали в рабство. Единственные люди, кому я сделал до того, как другие попали в рабство, и что я имею в виду, я не имею в виду, что нам все равно, но единственные люди, которые заостряют на этом внимание, это люди, которые вообще ничем не могут помочь в такой ситуации. И они заостряют на этом внимание. Почему? Потому что они пытаются переложить вину на человека. Или они пытаются сказать следующее, этот человек должен иметь свою собственную веру. Если это правда, если человек должен иметь свою собственную веру, то ты не можешь просто дать ему это. Есть две главные проблемы у этой идеи. Номер один, это значит, что ты тратишь свое время зря, проводя его в любом виде ходатайственной молитвы. Нет необходимости в ходатайственной молитве тогда. Тогда все, что тебе нужно сделать, и ты можешь сделать, это кормить веру этого человека до тех пор, пока они не получат это. Ты молишься ходатайственной молитвой, это ничем не поможет, потому что ты разговариваешь с Богом, а этому человеку все еще нужно иметь свою собственную веру. И так ты просто теряешь свое время в таком случае. Вторая вещь, если человек мертв, и каждому человеку нужно иметь свою собственную веру, то воскрешение из мертвых тогда не было бы вообще. Потому что у мертвого человека нет веры. Если бы у них была вера, они бы не умерли. Я знаю, существует такое большое служение, где они говорят, что ж, я не знаю, во что верят люди в то время, как они уже мертвы. У меня есть хорошая идея. Ни во что. А может быть, они бы сказали, воскресите меня. Может быть, это то, что они говорят, но ты просто не слышишь. Почему? Но Иисус сделал такие вещи. Были такие случаи. Знаете, это удивительно. Были такие моменты, когда Он говорил, верите ли вы, что я могу это сделать? И они отвечали, да. Были такие моменты. Он никогда не хотел отвергнуть их, говоря «Я знаю, ты веришь, но у тебя просто недостаточно веры» Итак, количество веры – это вообще не вопрос Он никогда не говорил «О, тебе нужно еще немножко веры приобрести Если ты еще немножко веры приобретешь, я смогу тебе помочь Иди назад, раздобыть еще веры И завтра приходи опять, и мы начнем с того же места» Он никогда не делал так Он был способен иметь веру за них и помочь им Аминь. Но люди спрашивают, почему он не делает этого сегодня? Потому что он ясно сказал, что ему нужно работать через кого-то. Итак, он молился за нас, я прав. Он вечно живет и ходатайствует за нас. Он молится за нас. Но он также сказал, я должен делать дела пославшего меня. Да коли есть день, потому что приходит ночь, когда никто не может делать. Что это значит? Я могу делать дела, пока я жив, потому что когда я умру, то у меня не будет больше права что-то сделать на этой земле. Когда я умру, я уйду отсюда. Я смогу послать Святой Дух назад к ним, потому что мой дух может обидать в вашем теле. У вас есть право быть здесь, есть право делать работу, и я могу работать через вас. Но ему самому пришлось уйти. Когда ты умрешь, тебе приходится уходить. Ты не возвращаешься? Вот в чем идея. И причина, почему я даю вам это, потому что я хочу подчеркнуть этот главный пункт. Когда вы служите людям, и они спрашивают, нужно ли им разобраться с корнем, возвращаться к прошлому, разобраться с корнем. Многие люди путают спасение с исцелением. Они говорят, я должен иметь свою собственную веру, чтобы спастись. И это правда. Тогда почему мне не нужно иметь свою собственную веру, чтобы исцелиться? Потому что вера, чтобы принять спасение, в этом случае это ты меняешь хозяев. А это совсем другое. Когда ты меняешь хозяев, это означает, что ты будешь жить совсем в другую жизнь. Это акт твоей воли, акт покорения, чтобы служить Богу. Здесь мы говорим о том, что у тебя будет совсем другая жизнь. Исцеление — это не другая жизнь. Видите ли, исцеление может быть дано тебе как знамение царства, что власть Бога и его царство выше власти дьявола и его царства. Мы должны разделять исцеление и спасение в этом смысле. И еще один аспект Люди связывают, когда не говорят, должен ли я знать корень или я могу просто избавиться от плода этого, знаете, от самой проблемы. Могу ли я просто избавиться от проблемы или мне нужно знать, откуда она пришла? Что ж, сейчас вы имеете дело с ученичеством. Смотрите, я могу исцелить вас, но если вы хотите оставаться исцеленным, тогда мне нужно учить вас как ученика. Смотрите, это одна из больших проблем. И я полностью за исцеление на улицах. Это хорошо, это удивительно. Это правильная вещь, которую стоит делать. Но потом необходимо работать дальше над ученичеством этих людей. Потому что если ты освобождаешь кого-то, и затем ты не делаешь из них учеников, получается, ты освобождаешь его от одного демона, а приходит семь более злейших. Поэтому необходимо наставлять людей в ученичестве. Итак, добраться до корня проблемы – это ученичество. Смотрите, я могу освободить вас, но если я наставлю вас в ученичестве, мы выясним, почему вы заболели. Если это был грех, мы это выясним. И мы обрежем эту вещь, и вы будете свободны. Потому что, знаете ли, затем, когда мы проходим через это, вы будете наставлены в ученичестве, чтобы выглядеть как Иисус. Но вы не должны выглядеть как Иисус, чтобы получить исцеление. Как я уже сказал раньше, если мы начнем так, о, вот это больной, но не рожденный свыше, а затем вот этот исцеленный и рожденный свыше. Но люди пытаются делать, они пытаются начать отсюда и пытаются наставить тебя в ученичестве, пока ты не исцелишься. Они пытаются проработать все эти проблемы, они пытаются помочь тебе избавиться от этой проблемы, от той проблемы, от этой. И когда ты оказываешься в этом месте, теперь, когда ты прошел через все эти процессы, бам, ты исцелен и спасен. Ты ученик. Они не знают, как делал Иисус. Иисус исцелял их и потом уже наставлял в ученичестве. Мы старались наставлять людей в ученичестве, подводя их к исцелению, а Иисус исцелял и потом учил. Почему? Потому что благость Божья ведет людей к покаянию. Когда ты освободил их, тогда многие люди скажут, я хочу это. И сейчас я не говорю о таких вещах, как удлинение ног или каких-то трюках. Я не говорю, что это всегда часть трюка. Существует добросовестное удлинение ребер, например, и все в этом роде. Но много раз это не более чем трюк. И люди, которые могут делать это, не могут больше особо ничего. Что что ты делаешь подобные вещи, можешь разобраться, ага, нужно сделать вот так, в этом ты смотришь, как твои руки растут, и все в таком роде. Кто угодно может это делать. Они делают это как часть трюков фокусника. И я говорю о реальной силе Божьей, изменяющей тело. Если взять сколиоз, когда тело и человека искривлено, и вот в считанные секунды позвоночник выпрямляется. Я говорю о вещах, которые нельзя подделать. Это настоящая сила Божья, которая входит и меняет вещи. Когда это имеет место быть, это пробуждает большинство людей. Они говорят, ого, это круто, это восхитительно. Доктор сказал, что я не смогу этого сделать. Знаете ли, мне нужно закончить здесь, но там было еще, не знаю, видели ли вы это, может быть, у вас был шанс. Пока вы здесь, дам вам шанс и позволить вам посмотреть одно из таких видео, которое у нас есть. У нас есть видео из Украины, женщина умирала от рака, они принесли ее на постели, она находилась в конце комнаты. Один раз я вошел и увидел ее, и сказал, мы уже на пути к выходу, я хочу остановиться и помолиться за нее. Она была на постели, и врачи ей сказали, что рак проел ее тело насквозь, и они сказали ей, что она уже мертва, и нет ничего, что они могли бы сделать. Она уже попрощалась со своими детьми, и ее муж принес ее на это собрание, и она не думала, что сможет вернуться домой. Врачи сказали ей: ты никогда уже не сможешь этого сделать, не вернешься к нормальному состоянию. если ты даже пошевелишься или наклонишься, или какое-то движение сделаешь, у тебя до такой степени тут уже сломаются кости, что это приведет к смерти. Кости треснут, проткнут тебе все внутренности, или как-то так или иначе, и повредят тебя, и ты умрешь. Эта женщина лежала там в конце комнаты, и цвет кожи был бесцветный, все из-за рака. Я проходил мимо, остановился, помолился за нее, спросил ее, что бы она хотела бы сделать, и она сказала, что хотела бы встать. Я сказал ей хорошо, и она сказала, о, нет, я не хочу это делать. Я ответил, хорошо, хорошо. И так она встает, начинает двигаться, и мы записали это на видео. Это довольно забавная сцена, потому что она была в юбке, и она так немного ее приподняла и начала двигаться. Еще пару минут назад она не могла даже пошевелиться, а через минуту уже танцевала кругами по комнате, и я имею в виду все, она даже наклонялась, и она сказала, врач сказал, что я не могу этого сделать. Если я это сделаю, то я умру. А она просто делала это. И она просто сияла. А мы все это видели, и мы видели, как жизнь возвращается назад в нее. И затем, когда мы пришли на следующий день, угадайте что? Она уже не лежала в дальнем конце зала. Она сидела на стуле, и когда мы еще не начали собрание, не поклонение, она встала и поднимала руки вверх и поклонялась Богу. И затем мы поговорили немного, я попросил кого-то взять у нее интервью, они говорили по-русски, это было не по-украински, насколько я помню, по-русски, но они расспросили ее, поговорили с ней, как она прошла через все это, с деталями. У нее был поддерживающий корсет на спине, и она сняла его. Там, прямо на сцене, его оставила, полностью исцеленная до того, как мы ушли. Я уже видел ее, когда мы уходили и проходили мимо. Это было уже довольно поздно, после последнего служения. И она глянула на своего мужа, а я прохожу через всю эту толпу людей. Люди исцеляются, мы записываем это на видео, люди выбрасывают свои костыли и прочие приспособления. И эта женщина, я просто проходил мимо, и так получилось, что я увидел их там, на скамье, на стульях. И они тоже заметили меня, помахали, и женщина широко улыбалась. И когда мы не брали у нее интервью, она говорила, «Господь вернул мне мою жизнь». Видите? Вот о чем я говорю. Такой человек, когда он исцеляется от чего-то подобного, и мы не говорим об удлинении ног, мы говорим об оказывающей огромное влияние силе Божьей, которая потрясла ее жизнь, такие люди хотят служить ему. Вот о чем я говорю. И это удивительно. Бог был удивительно добр ко мне. Теперь, относительно здоровья. Практически всю мою жизнь я был очень здоровым человеком. Я был в больнице всего три раза. Один раз, когда мне было 17 месяцев, у меня сбила машина, это нанесло мне определенный вред, и об этом мы поговорим немножко попозже. Второй раз, когда на меня наступили, и когда мы ездили верхом, когда я был подростком, мы разводили лошадей, и я ездил верхом, объезжал лошадей. И один раз лошадь меня скинула и наступила на меня, у меня разорвался аппендикс, и мне пришлось его удалить. И третий раз я съел несвежий стейк и получил пищевое отравление, так что это практически убило меня. Это три раза за всю мою жизнь, когда я попадал в больницу. Бог был добр ко мне. Относительно здоровья, но не в исцелении. Потому что было только несколько раз, когда я нуждался в исцелении. Очень немного раз, возможно, это были и другие три раза. Один раз, когда я сломал ногу, потому что прыгал на батуте и пытался уклоняться и не задеть маленьких детей, которые были рядом со мной. И в итоге я слетел с батута и сломал ногу. Исцеление заняло две недели, но нога сильно распухла, так что я не мог надеть свою обувь. Тогда я наклонился и шлепнул по ноге и приказал, будь исцелена во имя Иисуса. Шлепнул по ноге и практически отключился. Это похоже на то, когда ты ударишься со всей силы обо что-то, и ты так ощущаешь силу удара, что начинает звенеть в голове Так было и с этим Я шлепнул по ноге и почувствовал себя так Бум Скажу вам, что в первый раз это было легко Но шлепнуть во второй раз было очень непросто Потому что ты знаешь, что тебя ждет Это выглядит примерно так О, да-да, сейчас а Поскольку он исцелял меня от разных вещей Это случалось пару раз И я лично получал не так уж и много исцелений Потому что я не был болен и мои дети, да, я могу гарантировать, что мои дети, они не смогли бы даже, большинство из них даже не смогут вспомнить, что я когда-либо болел. Может быть, вспомнят один раз. Все эти вещи, с которыми я соприкасался, находился среди людей, людей больных и все в таком роде, и при этом я никогда ничем не заразился, и никогда не прыгало это на меня. Я помню, как один раз моя теща сказала, когда я собирался в Африку в первый раз, «Ты поедешь туда, там что-нибудь подхватишь, привезешь это назад, и всех нас убьешь этим». Женщина веры. Она не знала ничего лучшего в то время. Но Бог был настолько добр к нам и сейчас для меня, когда я вижу, что Он делает в жизни других людей, когда мы служим Ему. Представляете, каждый раз, когда я возвращаюсь назад и думаю об этих вещах, об этих ситуациях, о ситуациях, случившихся в Украине, ситуациях, случившихся тысячи и тысячи раз, это сподвигает меня служить Ему еще больше. Почему? Не только из-за его благости ко мне, это, конечно, хорошо, но я вижу его благость к другим, и я знаю, насколько он добр, и это мотивирует меня служить ему. Итак, эта идея, о, Бог пытается пробиться к тебе, ты знаешь, Бог не может сделать это, пока ты не сделаешь что-то -то и то-то, все это неправда. Будьте представителями Иисуса, представителями Царства. Это знамение. Освобождайте людей. Пусть он изливается через вас. Не заботьтесь обо всех этих вещах. Если есть какой-то корень, вызывающий болезнь, кто-то что-то делает, знаете что? По мере того, как вы наставляете их в ученичестве, это выйдет на передний план. Вы можете разобраться с этим, но не используйте это в качестве извинений. Иисус не сказал, идите и консультируйте людей, пока от вашей консультации из них все демоны не выйдут или болезни. Он сказал, изгоняйте бесов, исцеляйте больных. Аминь. Итак, мы будем заканчивать. Отец, мы благодарим Тебя, Твое Слово истина. Мы благодарим Тебя, что Ты позволяешь нам служить Тебе. И служить ближним, делая им добро, позволяя Твоему Духу течь через нас. Итак, Отец, прямо сейчас во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя. Мы освобождаем людей. Мы говорим во имя Иисуса. Будь исцелены. Будьте целостны. Прямо сейчас, там, где вы находитесь, при звуке моего голоса, Слово Божье не ограничено, но оно живо, и оно идет к вам, даже если вы смотрите записи на DVD или на MP3, в любом формате, неважно. Слово Божье живо там, где вы есть, когда вы слышите это. Он освобождает вас. Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Аминь. Да будет так. Благодарим вас за прослушивание этого урока. Если вы хотите получить информацию о том, как присоединиться к нашему движению, информацию об обучении в онлайн-институте или локально у вас в городе, информацию о других материалах служения JGLM, если вы хотите отправить нам молитвенную просьбу, а также если вы хотите сделать финансовый вклад в наше служение, переходите на наш сайт www.jglm.ru